Праздник мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклора. В Карпогорах 18-й раз проходит Петровская ярмарка. Ежегодно она собирает сотни гостей. Этот год исключением не стал. Праздник открылся ночным концертом. На нем выступили творческие коллективы из Пиниги, Архангельска, Северодвинска и Няндана. У нас будет на центральной, на большой, на новой сцене театрализованное представление, где будут участвовать все коллективы, которые сегодня здесь на ночном концерте. Молодежь, потому что в этом году Петровку мы называем «Петровка молодым». В программе этого года впервые реконструкция народного гуляния. Обновилось и оформление фестиваля. Над созданием декораций с северными мотивами работали специалисты из Москвы и Вологды.